поймал кошечку. И как ее потом снимать? Соседи участок не поделили. Петровичу вес мешает лишний. А городская кошечка оказалась проворней. Деревенский парень, а выше боишься. Так, а вот как мне ее потом снимать? Придется звать хозяйку. Вообще, яблонька корявенькая. Может, и сама спустится. Я не знаю, как тебя зовут, но ты бы лучше бы вниз спускалась, а не на самую верхушку. Оттуда тебе снять тяжелее будет. Пока Петрович не уйдет, наверное, ты спускаться сама не будешь. Так, придется Петровича убрать. Так, а калитка, наверное, у них закрыта, они еще не приехали. Коты соседские, а мне проблемы. Через забор лезть на яблоню. Даю тебе час времени на спуск, а на солнце ты там долго так не просидишь. А потом придется искать, кто полезет на яблоню. Сидела бы ты лучше дома, городская кошечка. Не дай бог еще вороны заметят. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Яблоня-то старая. На нее и лезть страшно. Еще и не моя.